Дало лекции и семинары у студентов «Весна» как в душе, так и по расписанию. Танцевальное, музыкальное, театральное. Волгодонск, Новочеркасск, Таганрог, Шахты. В 9 городах прошли зональные отборочные этапы фестиваля «Российская студенческая весна-2013». Их победители сегодня на областном этапе в Ростове. Данный фестиваль, его особенностью является то, что это фестиваль творчества студентов, самодеятельного творчества, студентов непрофильных профессий. Конкурс проходит на двух площадках. Лучших танцоров и актеров выбирают в ДК железнодорожников. Самых голосистых в концертном зале строительного университета. Я уже принял участие в разных конкурсах, связанных с медицинским фестивалем по всей России, в городе в Самаре и в Твери в прошлом году. Вот и опытов уже есть много, поэтому, правда, волнуюсь немного, так как очень серьезный участник здесь уже встретил сегодня, видел, слушал их и достойны уважения. Выступить, чтобы не посрамить институт, а наоборот поднять планку, чтобы хорошо агитировать наш институт, чтобы в него поступали, а также положительных эмоций, потому что такие конкурсы должны проводиться и повышать всем настроение. В областном фестивале уже приняли участие больше 10 тысяч человек. 30 студентов из 30 вузов области выступают на ростовской сцене. Родные и друзья приехали их поддержать. Студенческая весна – это одно из главнейших событий, наверное, в студенческой жизни в течение всего года. И на это мероприятие именно сюда, в Ростов-на-Дону, встречается много коллективов. Я как болельщик, как представитель одного из институтов, который здесь выступает, приехала поддержать нашу команду, нашу группу. Ну и, естественно, с надеждой на победу. Надеемся, что это будет зрелищное, хорошее мероприятие. Финальной точкой ростовского этапа станет гала-концерт. Пройдет он в начале мая. Именно тогда будут объявлены победители. Они отправятся на 21-й Всероссийский студенческий фестиваль «Российская студенческая весна» в город Ульяновск, который пройдет с 15 по 20 мая 2013 года.